Всем привет! Пришло время познакомиться с погодой на предстоящие выходные. В субботний день, день Великой Победы, синоптики обещают значительную облачность. Дневная температура 19 градусов тепла, ночное время плюс 10. В воскресенье 10 мая проливной дождь не оставит сухого места на тех, кто не сидит дома. Температура воздуха составит плюс 20 днем и плюс 11 ночью. Поздравляю с наступающим главным праздником страны. Мира, счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким.